сейчас мы начинаем показывать уловы сегодняшних наших ребят. Сейчас на выходе у нас Анатолий. Толь, приветствую тебя. Ты уже у нас практически как родной стал. Ездишь день через день. Я в отпуске. Ну вот. Скоро мы пойдем туда же. Толь у нас был на сутках. По-моему, меньше и по-другому практически не приезжает. Улов у нас на столе. 10 килограмм вышел весом. И 8, по-моему, да? По хвостам. 8 хвостов. Ну, одна вот, естественно, без этого не обходится. Пробничек лежит. Остальные все зачетные, красивые форельки. Толь, несколько слов, как сегодняшние сутки у тебя проходили? Ночью не клевало вообще, дождь поливал. Вечером поймал. И с утра, утром хорошо, до обеда клевал. Что работало? И пассив, и актив работал. Немножко поразвернуть, и что по активу, что было? Ну, на актив это самое, на шартрес, на бобриный хвост клевало. Угу. В основном. А на пассив, на пасту. Угу. По глубинам пассив с активом отличается, как где берет рыба? Ну, да, актив повыше брал, а пассив со дна практически. Угу. Все, понял тебя, больше не задерживаю. Поздравляю тебя с замечательным уловом очередным. До завтра, наверное, тогда, да? Ну, наверное, может быть и приеду, посмотрю, или с пятницы на субботу. Все, понял тебя. Ну все, счастливо, всего доброго, до свидания. До свидания.